Так, так, так. Сейчас поглядим. Это Пауз, с вами Лепас, и мы поиграем сегодня в новую игрушку, это демо, игра Happy Games от создателей Чучел, как правильно называть, не называйте. Это, в общем, психологический хоррор-приключения, где, слушай, маленький мальчик оказывается в ужасном кошмаре. Маленький мальчик засыпает и попадает в ужасный кошмар, сможет сделать так, чтобы он снова улыбнулся. Мы сможем его осчастливить. Вот как раз мы сейчас и начнем. Вот он уже рисует, вот сам гавкает собака. Мы начинаем... он рисовал что-то, какой-то черный портрет. Психологически. Ну, он пошел спать сразу моментально. Он тут же облысел. Так, опа. Там вроде кто-то топал, ходил. Прикольно. Ну что, что-то бухтит себе под нос. Я тоже бывало так делал в детстве, когда было стрёмно. Опа, подарок. Эй, какая радость. А дотянуться не может. Опа. Это что, свинка Пеп, что ли? Демон, который свинка Пеп. Ну, тут еще остался один. Ага, опа. Минус один. Короче, надо поубирать как-то. То ли вверх, то ли вниз. Но это... О. А, вот я понял. Короче, надо в красных существ, можно сказать. О, Матрёна. Оп. Я думал, наоборот, надо их от них избавиться, а не наоборот, еще усилить кошмар. Че он вечно падает? Рад пиздить его, заберет мячик. Флашпед. Так, почему нам показано подарок? У нас тут нет никакого подарка. Оп. Я думал, все на бошку нацепят. Как маска, шлем защитный против монстров.
А можно это как-то выкинуть? Оба-на! Портрет. Сейчас явно какой-то скрима будет. Много картин. Когда уже все? Фу, там распидорасило. Вот там что-то было. А, это просто листочки. Картины. Ну давай уже. А может это то, что я делаю, это не обязательно вообще? Во, нормально, смотри. Мне кажется, это то, что я делал, вообще не обязательно было. А может и обязательно. Вроде повторяется все. Давай обратно пойдем в эту сторону. Так нахера я его с собой взял? Надо было, наверное, на медведя нацепить этого. Пиноккио? Че он не нацепляет? Подожди, стой. Оп. Че за баклажан? Ну вот и все. Качает. С игрушкой. А, по. Дальше мячик за мячик. Как в Чучело, там тоже какая-то херня была, и мы за ней бегали. Я уже не помню. Вот назад это проходил. А вот и новое приключение. А, не, может это все, конец. Все-таки это демо. Вот эта здоровенная тварюка. Свинка Пеппа. Здорово, мать. Как дела? Так. Тобой я могу управлять? Влево, вниз. Ага, я могу, смотри, лапами ее управлять. Так, могу чуть поднять? Нет, она сразу опускается. А тут она зависла. Ноги могу? Оп. Ну, короче, вот, мы решили загадку. Вот как она набав включить здесь и открыть. Мне это не надо вообще голова. Мне надо было вот этого голова медведя. Все, мы сделали. Теперь он поднялся, проснулся. И мне кажется, сейчас нас уничтожит. Оп. Хлопаем в ладоши. Раз, два, три. Ага, вот еще смотри. Только нам это вряд ли надо. Вот что нам надо. Давай вниз. Оп. Так, они нам говорят, иди туда. Хотя, погоди. Мне кажется, что-то где-то еще должно быть. Ну, как вариант. Смотри, у этого башки нет. А что я не могу опустить? О, этому опустил, этому поднял. Не, пошли туда. Возможно, скорее всего, там мы что-то и найдем. Башку какую-то. Да, наверное, смотри. Оп. Вот она, башка. А может, она сейчас нас съест.
Не? Не, нормально все. Так, теперь возвращаемся туда, активируем там, и здесь все чики-пуки. Короче, я отвел руку назад, не знаю как, я это вроде делал уже, и у него башка поднялась сама. Теперь могу ее оторвать, по сути. Вроде. А возможно, я еще не могу ее оторвать, потому что надо еще какую-то комбинацию сделать. А-а-а! Я понял! Это как рычаг! Все? Во! Похуй, дальше бежим. Я дурачок, я дурачок. Мне похуй, я бегу дальше. Снова кто-то есть. Матрёшка, блядь. А это этот Алёнка, что ли? Ручки, ножки. Мы вертим. Привет, я Алёнка. Я дура, я люблю из говно. Ничего себе. Так, подожди. Что надо именно сделать? Ну, оттянуть руки, наверное. Не знаю. О, можно вертеть. Вон мячик. У нее в башке мячик получается. И надо как-то достать его. Так, первая есть рука. Давай, по лицу себе. Ну, давай. Оп. Все, отлично. А-а-а, вот оно как. Давай, теперь это давай. А, все, побежали дальше. Да нормально, пацан, не ссы. Пошли, я тобой управляю. О, она за нами идет. А вот это стрёмно было бы во сне такое. Бля, она еще ближе. Все. Это конец. Ура! Мы прошли игру. Ура! 2-5. Вот и все. Конец этой игры. Довольно прикольный. Но это демо. Демо-игра, конечно, классная. Но прикольная, веселая, интересная. Как помню, Чачел тоже был классный. Кто знал, кто проходил, тот понимал. Ну, а с вами был Лепос. Всем до скорой встречи. Всем пока. Хороших игр всем. Особенно FPS, потому что у меня в играх вал FPS-то большой, то ни хрена не большой. Особенно на Unity платформах. Это уничтожает меня полностью. Ну, всем до встречи, всем пока.